И всем привет, дорогие друзья! И в сегодняшнем ролике я хотел бы показать вам все машины из нового сезона. Я наконец-таки прошел этот 5-й сезон, и это было очень сложно, реально. Я очень устал, и наконец-таки я это сделал, и хотел бы вам показать все машины. Первая машина это у нас Mazda Mia. Ее можно получить за 250 кубков, вот так вот она выглядит, и ее характеристики вы увидите на своих экранах. Следующая машина это у нас Lotus Evra из платного пасса за 500 кубков. Характеристики вы ее видите на экранах и вот так вот она выглядит. Довольно-таки тоже неплохая машина. Мне вот именно ее зад нравится, реально. Вот потому что вот эти вот фары, они так гармонично смотрятся с остальной частью. Мне нравится, реально. Эта машина неплохая. За 500 кубков я считаю отлично, но в платный пропуск можно было бы все-таки сделать получше. Следующая машина это у нас Mercedes RT3, который нам дается за 1000 трофеев из обычного пропуска. Характеристики вы его видите на экранах, и вот так вот он выглядит. И на него еще есть из платного пропуска за 1500 трофеев вот такой вот врапс. Вот, и мне прям очень он нравится. Я считаю, он очень подходит для этого Мерседеса. Мы переходим к следующей машине, которая нам дается из бесплатного пропуска за 3000 кубков. Это у нас Aston Martin Vantor Chassis. Характеристики вы его видите на экранах, и вот так вот он выглядит. И последние, две самых крутых машины из этого сезона, а именно, машина какая-то непонятная, очень похожая на Porsche. Характеристики вы ее видите на экранах, и вот так вот она выглядит. Последняя машина из бесплатного пропуска за 6000 трофеев, которую очень все хотят получить, это у нас Cadillac Pro GTP. Характеристики вы его видите на экранах. И да, все характеристики указаны без прокачек, ну, то есть стандартный двигатель, вот скорость та, которая вот она есть сразу на машине. Вот, и вот так вот выглядит этот замечательный Cadillac. Вот это вот у него прикольная панель такая вот стеклянная сзади. Да и в общем машина выглядит футуристично, мне очень нравится. В принципе, вот весь сезон. Вот, вот что он из себя представляет. У вас еще есть 36 дней, чтобы его пройти. И да, добавили одну вещь, с помощью которой вы можете дарить сезоны, там, например, своим друзьям, или, в общем, просто игрокам на сервере, которые с вами находятся. Я нажимаю, например... Вот, нажимаю купить, допустим, и у меня высвечивается окошко купить. Ну, а в принципе, на этом все, мы с вами будем прощаться. Если вам тоже нравится Кардио Шип Тайкен, то подписывайтесь на мой канал, у меня еще много роликов по этому режиму. И всем пока-пока!